компьютер. Итак, мы будем начинать потихонечку. И давайте немножечко пока представлюсь, расскажу о том, как я пришла в круизный клуб, как так получилось, что я стала членом круизного клуба, и как же для меня, что для меня сегодня значит быть членом клуба и партнером, как изменилась моя жизнь, потому что ваша жизнь тоже может очень измениться. Я жила в Швеции и работала, и однажды мне моя подруга и начала думать о том, что вот в таком стиле жизни, в котором я жила, я не хочу жить, что мне хочется больше иметь свободного времени, что мне хочется управлять своими доходами, а физически заработать больших денег невозможно. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что физически больших денег заработать невозможно. И в то время, когда мои мысли начали появляться, что нужно как-то менять что-то, меня подруга пригласила в Санкт-Петербург, чтобы поехать на туристический форум. Я никогда не была связана с туризмом, поэтому для меня это была совершенно новая тема, но я не поехала, я нашла отговорку. И когда Виктория приехала в Санкт-Петербург, она была очень воодушевленная. Хотя мне очень хотелось поехать в Санкт-Петербург, я на следующий раз, когда она ехала через 2 месяца, я все-таки поехала. И вы знаете, вот с тех пор, вот бывают знаковые события в жизни, когда жизнь меняется. И вот у меня это событие тоже было знаковым. Я поняла, что это очень интересное окружение, что люди путешествуют, что они ведут интересный образ жизни, и мне тоже хотелось быть среди таких людей. Таким образом, я присоединилась к круизному клубу, сначала не осознавая, куда на самом деле я присоединилась. Хотя я чувствовала, что здесь все хорошо, что здесь очень хорошо, это я так чувствовала. Итак, прошло на сегодняшний день 3 года. Год я совмещала работу и изучала для себя абсолютно новое направление туризм. Туризм, связанный с круизным отдыхом. Это вообще фантастический отдых, который сегодня становится очень популярным. И для меня это было тоже новое. Хотя я видела в Стокгольме есть 2 порта, я видела там круизные лайнеры и даже на пароме в Ригу плавала, но я не понимала, что такое круизный лайнер, потому что лайнеры и паромы – это разные судна, они предназначены, вроде бы внешне они похожи, но на самом деле есть нюансы, если кому-то будет интересно, я расскажу подробнее. И таким образом я год совмещала. Я почему рассказываю, что я совмещала год, потому что кто-то из вас сегодня имеет работу, но по каким-то причинам вы понимаете, что вы работу бросить не можете, и в то же время вы не живете так, как вы хотите, так, как вы мечтаете. Так вот, все можно сделать постепенно, не обязательно в омут с головой. И постепенно я, через год я уже уехала из Швеции, и приехав в Украину домой, я из города Новоград-Волынский в Украине живу, я начала работать. Работать именно в круизном клубе как партнер. И тут начала расти моя карьера, и в марте месяце я приехала в июне, а в марте месяце началась пандемия, и, естественно, туризм был заморожен. Мы благополучно пережили 1,5 года, это было интересное время для роста, для развития, мы его не потеряли, мы за это время стали более профессиональны, и на сегодняшний день туризм снова идет в гору, поэтому вы сегодня будете знать информацию, возможно, она вам поможет не только путешествовать, но и пересмотреть возможности, которые есть с финансовой точки зрения. Я являюсь в клубе я уже 3 года, являюсь сертифицированным партнером, безоплатным членом клуба. То есть я с клубом путешествую бесплатно, и сегодня я вам расскажу, как вы можете тоже путешествовать бесплатно с клубом. В декабре 2019 года была ли я в круизе? Была. В декабре 2019 года я была в своем первом круизном путешествии по Персидскому заливу, по Арабским Эмиратам. Это было восхитительное путешествие, которое оставило самые-самые лучшие воспоминания. И, конечно же, хочется снова-снова куда-нибудь отправиться и насладиться этим прекрасным видом отдыха. Я работаю как в своем городе, так и через интернет. Это огромное преимущество, которое дало нам
и с чем мы столкнулись во время пандемии, да, мы тоже освоили работу через интернет, и сегодня у меня международная команда, которая в разных странах работает, и в Украине есть, и в Германии, и в Польше, в Казахстане, в России, в Финляндии и других странах. Итак, я буду рассказывать сейчас о круизном клубе. Танечка, я надеюсь, что твои друзья уже присоединились к нам. Круизный лайнер, он восхищает. Когда я стояла, первый раз видела своими глазами круизный лайнер в порту, у меня дух захватывало. Я не верила, что я сейчас могу в него войти и могу на нем поплыть, и вообще, что это со мной все происходит. На самом деле, это действительно элитный, очень богатый вид отдыха, который я бы очень хотела подарить абсолютно каждому, чтобы каждый смог себе позволить поехать хотя бы раз, но поехавший один раз, вы, конечно же, заходите и второй, и третий раз. Это очень красиво, это очень элитно, и это незабываемо. Круизная сфера с каждым годом становится все больше и больше. Каждый год спускается на воду несколько лайнеров. В прошлом году, несмотря на кризис на 2020 год, спустилось на воду 5 новых лайнеров. Оборот составляет в этом сегменте 8 триллионов долларов США в год. Больше всего путешественников из Америки, около 20% населения, в Европе около 10%, и всего 2% приходится на все остальные страны. Поэтому, друзья, становитесь профессионалами этой сферы, есть возможность очень хорошо зарабатывать. Круизный клуб – это единственный в мире круизный клуб. Он первый и единственный в мире. Он зарегистрирован в Америке, в штате Делавэр, в 2016 году, 16 января. В этом году будет шестилетие. На сегодняшний день члены клуба и партнеры в 213 странах. Это свежая информация, я сегодня ее узнала. Я вам сегодня изменила цифру. 200, практически во всем мире наш круизный клуб работает. Бронирование у нас от 15 самых крупных круизных линий, то есть все, кто является членами нашего клуба, имеют возможность забронировать себе любой круиз от 15 самых крупных круизных линий. Такой базы нет ни у кого абсолютно. У нас единственный наш клуб, который имеет такую круизную базу. И там 5000 круизов на 2 года вперед. То, что имеет клуб, нет нигде. И это, вот, эта эксклюзивность, она мне очень нравится. Когда вы заходите в свой кабинет, регистрация на нашем сайте бесплатная по рекомендации человека, который вам даст ссылочку, то вы сможете увидеть всю круизную базу, цены, маршруты, даты. И это будет очень интересно. Я думаю, что вы сможете выбрать то направление, куда бы вы хотели отправиться. Наш клуб на сегодняшний день имеет очень высокий рейтинг, и он является членом Ассоциации международных круизных линий CLIA. Это такая международная организация, которая работает с 1974 года и куда входят самые крупные игроки туристического бизнеса. Несмотря на то, что нам всего лишь 5 лет, мы тоже являемся членами этой ассоциации. Создал наш клуб Майкл Хатчесон, человек очень известный, он выступает на телевидении, пишет свои книги, он известен в деловых кругах, и он очень много путешествовал, у него 4 детей, он очень много путешествовал со своей семьей в круизных лайнерах и на круизных лайнерах, и мечтал, когда, чтобы дать возможность большому количеству людей испытывать вот этот восторг, вот этот изумительный отдых. И он создал наш круизный клуб. Наш клуб имеет 5 лицензий, 5 американских штатов. Это те необходимые лицензии для существования нашего клуба. Это лицензии Seller of Travel от Калифорнии, Флориды, Айовы, Гавайи и Вашингтон. Круизы – это комфорт. Это когда у вас, вы заходите на лайнер, у вас есть своя каюта. Каюта приравнивается к 5-звездочному отелю. Там есть все необходимое для комфортного проживания. И вам не надо беспокоиться о том, как вы будете, где ваши вещи будут переезжать. Потому что круиз – это когда вы за неделю, например, можете посетить 3 страны и 5 городов. Если бы мы захотели это же сделать с помощью автомобиля или автобуса, это было бы некомфортно. Может быть, у вас есть такой опыт, может быть, вы где-то путешествовали на автобусе.
вы знаете все сложности, когда путешествуешь вот таким образом. На лайнере это комфорт, потому что каюта, мы не развешиваем свои платья, костюмы и все наши вещи, и корабль благополучно нас переправляет из одной страны в другую, мы даже не замечаем эти расстояния. И этого на лайнере есть. Давайте я сразу покажу, какие бывают каюты. Каюты бывают 4 видов. Они бывают внутренние, это без окошка, это самый бюджетный вариант кают. Есть с окошком, есть с балконом и есть люкс. Независимо от того, какую вы каюту закажете, все достопримечательности, все обслуживание от официантов, горничных, заканчивая капитаном корабля, будет наивысшим уровнем. И все развлечения, конечно же, будут вам доступны. Какие же развлечения есть на лайнере? Есть очень разнообразные развлечения, их очень много. Это будет зависеть, какой вы выбрали лайнер, потому что они между собой тоже отличаются. Есть лайнеры для семейного отдыха с детками, есть лайнеры, которые больше для спокойного отдыха. Есть лайнеры, где очень хорошо отдыхать такой компанией, большой компанией и наслаждаться много эмоциями. Из спортивных направлений есть гольф, футбол, теннис, фитнес-центры, бассейны, джакузи, ледовый каток, аэротруба, серфинг, скалодром и много-много всего другого. Музыкальные направления есть, музыкальные бары, рестораны, где звучит живая музыка, где вы можете наслаждаться разными направлениями музыки. Кто-то любит джаз, кто-то любит классику, кто-то любит что-то свое. Вот много разных ресторанов с живой музыкой. Кроме этого, есть театр. Театр, когда вы каждый день, если вы любите театры, вы каждый день можете пойти и насладиться постановками. Там каждый день новая постановка. И обстановка в самом театре очень свойственная для театров. Да? То есть женщины одевают красивые платья, мужчины тоже элегантно одеваются, сама атмосфера. И очень красивые голоса, очень красивые костюмы, сами постановки очень отрепетированы, очень высокого класса, поэтому вы получите обязательно массу впечатлений и удовольствия. Кроме этого, есть танцы, есть мастер-классы, где вы можете изучить какие-то элементы танцев бачита, ча-ча-ча и других, а уже вечером на дискотеке вы можете насладиться и отрепетированные элементы уже применить в действии. Также есть цирки и много всего другого. И, конечно же, вы получите очень много удовольствия, и у вас будет очень много приятных воспоминаний и впечатлений. Вы будете просто... И это самое интересное, что это все входит в систему all-inclusive, то есть это все входит в стоимость. Вам не надо думать о том, сколько стоит каждое развлечение, сколько стоит то или иное направление. Все включено, вы просто ходите и наслаждаетесь самим процессом. Детки. Для деток есть свои детские комнаты, такие, где персонал, который занимается с детками. Эти комнаты, они различны, такие клубы, детские клубы. Они между собой отличаются по возрасту, то есть от 2 лет до 11, от 11 до 15 и от 15 до 18. То есть они разделены, и, конечно же, персонал, который работает с детками, он прекрасно их развлекает и проводит с ними различные мастер-классы, они разучивают какие-то песенки, какие-то танцы. Детки прекрасно проводят время, они даже не хотят идти к родителям. Родители могут посвятить время друг другу, дети тоже прекрасно проводят свое время. Ну и кроме этого, конечно же, на лайнере есть свои игровые развлечения. Это игровые автоматы, детские бассейны, автодром, ледовый каток, аквапарк и, конечно же, бесплатное мороженое. Питание на лайнере по системе а-ля карт, то есть мы приходим в ресторан, нам дают меню, карту, да, и мы выбираем абсолютно любое количество блюд, те блюда, которые мы хотим попробовать, и даже если это все 10 блюд или сколько
Вы все можете заказать, вам все с удовольствием принесут, лишь бы вы были счастливы. И очень высокий уровень обслуживания, красивый интерьер, красивая музыка. Конечно же, в рестораны все приходят красиво одетые, красивые костюмы, красивые платья. И сама атмосфера, вы получаете просто массу удовольствия. А если вы отправились в романтическое путешествие, то оно будет у вас действительно романтическим, действительно незабываемым. Кроме этого, есть круглосуточный шведский стол, где есть изобилие еды, начиная от фруктов, мюсли, нарезки, пиццы и заканчивая различными блюдами из морепродуктов, рыбы, мяса и много всего другого, в том числе кондитерские изделия. Огромный ассортимент, каждые 4 часа еда меняется, она свеженькая, всегда вкусно пахнет, какие-то блинчики, какие-то оладьи, ну, чего там только нету. Но на самом деле, вот когда бы вы не захотели покушать кофе, чай, пожалуйста, отключите микрофончик. Когда бы вы не захотели, если вы пошли в театр и хотите перекусить, вы можете пойти в шведский стол и выбрать себе блюдо и покушать. Я смотрю, что в чате что-то у нас есть написано. Сейчас я посмотрю, может быть, что-то очень важное. Угу. Да, хорошо. Вот. И вы представьте, что и со стороны еды, особенно кто гурман, любит попробовать что-нибудь новенькое, заходя в каждый порт, вот если мы, например, находимся в Италии, значит, больше будут блюда такого итальянского стиля. Если мы будем во Франции, значит, такого французского стиля. Если мы будем там в Испании, значит, это будет испанские больше блюда. Если мы находимся, ну, в Японии, в Америке, Мексике или в других странах, это будет именно даваться предпочтение этим странам, блюдам из этих стран. И вы представьте, что вы каждое утро просыпаетесь в новой стране, в новом городе. Это великолепно. Вот первое, что приходит в голову, когда просыпаешься в каюте, а что же у нас там за бортом? Как же выглядит порт? И вот быстренько позавтракав, мы можем спуститься из лайнера на землю, то, что называется, и пойти посмотреть достопримечательности города, пофотографироваться, заказать экскурсию, пошопиться, купить себе какие-то красивые подарки, получить удовольствие. И в целом, когда вы за 8 дней, например, круизы бывают разные, они бывают однодневные, двухдневные, трехдневные, четырехдневные, недельные, двухнедельные, трехнедельные, не кругло, вокруг света, то, что называется. Есть разные круизы, поэтому вы можете в зависимости от ваших возможностей заказать любой круиз. И, например, после 8-дневного круиза, когда вы посетите Италию, Францию, Италию, Францию, Испанию, остров Сицилия, остров Мальта, Неаполь, и у вас от каждого города останется свои впечатления. Это не то, что вы 8 дней находитесь, например, на берегу моря в Турции или Египте, когда вы видите одно и то же море, когда вы ищете какие-то развлечения, когда вам хочется каких-то эмоций. Это не то. На лайнере у вас достаточно много эмоций от всего, и кроме этого вы еще каждый день можете посетить новый город и новую страну. Это действительно великолепный отдых для тех, кто любит, хочет путешествовать, кто хочет увидеть мир, кто открыт для активного отдыха, и это не имеет значения возраст, это имеет значение состояния души. Куда бы вам хотелось отправиться, есть ли у вас какие-то мечты, куда бы вам хотелось попасть, есть ли страны, куда вы бы, или города, какие вы хотите посетить, есть ли то, о чем вы мечтаете. С нашим клубом вы можете осуществить любые мечты любой страны, любого города, который находится вокруг света вот по пути наших круизных путешествий. А с нашим клубом вы можете не только путешествовать, но и путешествовать дешевле, путешествовать бесплатно и зарабатывать путешествия. И вот об этих замечательных возможностях я сейчас расскажу, чтобы вы знали все преимущества нашего круизного клуба. Для того, чтобы стать членом нашего круизного клуба и путешествовать дешевле, вы регистрируетесь на нашем сайте, и у вас у каждого будет свой накопительный счет, куда вы можете откладывать каждый месяц по $100 и накапливать свои круизные доллары, потому что за каждые $100 вам будет начислено 200 круизных долларов, и вы сможете круизные доллары использовать именно для покупки круизов.
И чем дольше вы сохраняете членство с нашим клубом, тем больше вы сможете использовать круизных долларов. И, например, каждый месяц вы откладываете по 100, они удваиваются, и за год вы откладываете 1200, а за год будет 2400 круизных долларов. Если мы дома будем откладывать, то, конечно же, нам никто не даст за 100-200, и отложив 1200 дома, у нас таки будет 1200, а в круизном клубе это будет 2400. И вот эти 2400 мы можем использовать тем больше, чем дольше мы сохраняем свое членство. В первый год членства мы можем использовать 60% своих круизных долларов. То есть, например, вы отложили $500, у вас на счету $1000, а вы можете использовать 600. Остальные 40%, они переносятся на следующий год. И на следующий год вы уже можете купить каюту, более длительный круиз или более высокого качества каюту. Или вы можете поехать не только вдвоем, но можете поехать всей семьей, потому что у вас будет больше круизных долларов. Поэтому быть членом клуба очень выгодно и выгодно постоянно. Все денежки, которые мы откладываем себе на свои круизы, они застрахованы нашим партнером Trust My Travel. И с этим мы тоже столкнулись, когда у нас были забронированы круизы, и у нас все наши средства после того, как были отменены во время пандемии наши круизы, все денежки нам вернулись, и у нас не было никаких проблем. Это очень удобно, и это очень спокойно. Я вот работаю 3 года в клубе, я являюсь членом клуба, и вы знаете, здесь все стабильно, все надежно, и меня это очень радует, и поэтому мне очень хочется приглашать как можно больше моих друзей, как можно больше моих знакомых, чтобы все путешествовали, чтобы все наслаждались этим замечательным видом отдыха, потому что отдыхать надо, и обязательно хотя бы раз в году надо отдыхать, а если это будет еще и качественный, интересный отдых, который можно рассказать детям, который можно показать детям и внукам, конечно же, от этого удовольствия еще будет больше. Мы работаем с такими системами, как Visa, MasterCard, American Express, и это тоже говорит про уровень нашего клуба, потому что такие системы не работают с маленькими компаниями. Покажу вам несколько наших фотографий, это мои фотографии, может, вы у меня узнаете на фотографии, это было 2 года назад, и, конечно же, вот через фотографии вы можете увидеть вот эти счастливое состояние наше. Сейчас загружается фотография. Где-то подвисает компьютер, к сожалению. И таких фотографий у нас очень много, потому что у нас тысячи, на сегодняшний день уже тысячи наших членов клуба путешествуют. На сегодняшний день вообще зарегистрировано в компании 1 миллион человек, 1 миллион, представляете, к 2025 году планируется, что это будет, ну, порядка 5 миллионов, и поэтому каждый год у нас количество членов клуба удваивается, утраивается, поэтому у нас будет очень много, присоединяйтесь, и мы делимся друг с другом и впечатлениями, и фотографиями, и рассказываем о маршрутах. Так я тоже, когда я поехала в Эмираты, мне посоветовала Надюша со Стокгольма. Она говорит: Оксана, если у тебя будет возможность поехать в Эмираты, обязательно едь в Эмираты. И я, когда бронировала свой круиз, я поехала в Эмираты, она много мне нюансов рассказала, я уже ехала подготовленная. И это все оно мне пригодилось, и так я рассказываю абсолютно всем своим друзьям, кто собирается в Эмираты. А тот, кто был по Средиземному морю, они делятся своими впечатлениями именно по Средиземному морю. Итак, друзья, смотрите, это наш стиль жизни путешествовать. Путешествовать, открывать для себя новые страны, наслаждаться, передавать этот стиль жизни своим детям, прекрасно встречать свою старость. Я думаю, что такая перспектива, она будет радовать абсолютно каждого, поэтому вы тоже можете присоединиться к клубу и наслаждаться постепенно, потихоньку. Сначала первый круиз, потом второй, потом вы станете уже таким путешественником, который в свою копилочку собирает много разных стран и городов, и вы уже сможете делиться с другими, с вашими друзьями, с вашими знакомыми. Это невозможно и молчать, это хочется об этом рассказывать, поэтому это так оно и есть. Я думаю, что когда у вас что-то в жизни появляется, что-то хорошее, вы обязательно делитесь.
делитесь. И здесь тоже невозможно не поделиться. И сейчас я хочу перейти немножко к финансовой части. Я хочу вам рассказать о том, как вы можете путешествовать бесплатно. Я тоже не могу этим не поделиться, потому что я 2,5 года являюсь безоплатным членом клуба. И мне бы очень хотелось, и вообще моя такая вот как миссия, как желание, чтобы все мои знакомые ездили в круизном клубе путешествовать каждый год бесплатно. И как это сделать, я вам сейчас расскажу. И также я сейчас расскажу о том, как вы можете зарабатывать путешествуя, потому что здесь компания нам платит за то, что мы рассказываем о круизном клубе, и это тоже очень здорово. Для того, чтобы путешествовать бесплатно, и для того, чтобы зарабатывать путешествия, мы покупаем партнерство с нашим клубом. Можно быть просто членом клуба, просто путешествовать. Если вы хотите зарабатывать, если вы хотите заработать себе бесплатные круизы каждый год с семьей, то вы становитесь партнером нашего клуба. Это стоит $195 на целый год. Получаете все необходимые обучение, знания, материалы для того, чтобы мы могли больше рассказывать и лучше рассказывать. И кроме этого мы получаем банковские карты, на которые нам приходят все наши вознаграждения в долларах, поскольку компания американская, все вознаграждения приходят в долларах. Итак, у нас с вами есть 3 возможности с клубом. Можно быть просто членом клуба, просто для себя откладывать каждый месяц $100, за $100 получать $200 круизных, накапливать круизные доллары и путешествовать по всему миру дешевле. Второй вариант, можно просто купить партнерство за $195, но тогда вы не сможете путешествовать, вы сможете только помочь другим путешествовать, это только партнерство. И за $295 вы становитесь членом клуба и партнером клуба, то есть вы и путешествуете, вы и зарабатываете. Чем больше вы путешествуете, тем больше вы зарабатываете, потому что вам есть что рассказать. Итак, что же мы зарабатываем? Когда по нашей рекомендации в клубе регистрируется первый наш знакомый или родственник, или подруга, у нас сразу приходит сертификат на нашу почту, в нашем кабинете, и мы становимся активным официальным независимым партнером, и у нас активируются все бонусы, которые нам будет компания оплачивать за нашу работу. Если по нашей рекомендации регистрируется 5 человек, тогда мы становимся безоплатным членом клуба. У нас приходит сертификат безоплатного члена клуба, и вот с этого момента теперь вы каждый месяц уже не будете откладывать $100 на свои будущие путешествия, теперь вы будете каждый месяц на свой счет получать в подарок $200 круизных, и накопив нужную сумму, будете путешествовать абсолютно бесплатно, оплачивать ваш счет будет компания. То есть что вам нужно, чтобы путешествовать бесплатно? Пригласить 5 друзей, пригласить 5 знакомых, с которыми, возможно, вы вместе и будете путешествовать, которые по вашей рекомендации придут в клуб и будут путешествовать, а, возможно, они будут зарабатывать, возможно, они захотят здесь строить карьеру и иметь большой международный бизнес. Вы получаете вот такой сертификат, это мой сертификат на $2400, то есть компания вам за год на ваш счет положит $2400. Это первый год, это во второй год. То есть один раз пригласив 5 знакомых, 5 человек в наш клуб, вы становитесь пожизненным безоплатным членом клуба. И это, знаете, это на грани фантастики. Это действительно на грани фантастики. За то, что вы пригласили 5 человек, вы будете каждый месяц получать $200 круизных на ваш счет и путешествовать теперь бесплатно. Это действительно очень здорово. И вот когда проходит 3 месяца, когда вы 3 месяца являетесь безоплатным членом клуба, тогда вы уже можете использовать все 100% круизных долларов. Не 60, первый год 70, во второй год 80, помните? А все 100% круизных долларов вы можете использовать для того, чтобы купить любой круиз, который находится в нашей базе. И это, ну, просто вот очень-очень радует. Вот я 2,5 года. Давайте вместе с вами посчитаем, сколько я получила
круизных долларов за 2,5 года. Вот за год я получаю 2400, за второй год я получила 2400, это 4800, и за полгода 1200, да? 4800 и 1200, получается 6000 долларов я получила от компании за то, что я один раз пригласила 5 человек. Но правда, это то, что может сделать каждый, поэтому мне очень хочется, чтобы все мои друзья путешествовали бесплатно. И об этом хочется рассказывать, и в то же время мы очень щедро вознаграждаемся за то, что мы рассказываем. Дело в том, что почему идут такие щедрые вознаграждения? Дело в том, что круизные линии, они тратят около 500 миллионов долларов каждый год на рекламу, для того, чтобы рекламировать круизный отдых. Майкл, он заключил договора с 15 круизными компаниями, и эти компании рады, что мы вот в таком большом количестве покупаем у них, поэтому все эти деньги, 500 миллионов, они с удовольствием отдают нам за то, что мы рекламируем наш круизный отдых. Поэтому и это обоюдная такая выгода, когда и нам очень хорошо, и им хорошо. Поэтому мы и сами счастливы, и рассказываем кругу своих знакомых, еще и за это получаем вознаграждение. Кроме того, что мы можем путешествовать бесплатно, нам на банковскую карту еще и платятся долларовые вознаграждения в долларах. У нас есть 5 мощных бонусов. Есть у нас ежедневный доход, еженедельный, ежемесячный, пассивный доход и глобальный бонус. Первые деньги, которые мы получаем, это когда по нашей рекомендации наши знакомые регистрируются, и тогда нам начисляется 20 долларов. Сколько человек мы пригласим, столько раз по 20 долларов мы получим. Если наши знакомые хотят быть не просто членами клуба, они хотят заработать себе бесплатные круизы, захотят заработать себе деньги, тогда нам платится от 50 до 150 долларов. То есть за первого человека мы получаем 50 долларов, за второго 60, за третьего 70, за четвертого 80, за пятого 90, за шестого 100. И так далее. Этот бонус, он мгновенный, выплачивается он на протяжении 24 часов. Это самые быстрые деньги, которые мы можем заработать. Поэтому, если у вас такая ситуация, когда вам нужна вторая работа или очень нужны деньги, и вам, или вы остались без работы, вот вы можете стать партнером клуба, купить себе работу за 195 долларов и приступить и работать здесь. Можно работать через соцсети, можно работать, есть разные. Вы можете пройти у нас в команде обучение, на котором вы узнаете, какими методами мы работаем. Точно так же вы будете тоже работать. Итак, пригласив 5 человек, вы зарабатываете 350 долларов. Пригласив 10 человек, вы получаете 960 долларов. Это ежедневный доход. Matching бонус, второй бонус, это еженедельный доход по результатам недели. Нам платит компания за то, что мы обучаем новых партнеров. То есть, когда мы в чем-то разбираемся, мы обучаем, мы передаем свои знания новым партнерам. И вот чем больше будут зарабатывать наши партнеры, тем больше зарабатываем мы с вами. Поэтому мы щедро передаем все свои знания о том, как можно быстрее и больше зарабатывать. И, например, если в вашей команде пришло 3 партнера, вы им передаете знания, и один из них заработал 110 долларов, второй 20, третий 130, в сумме это будет 260, то по результатам недели, по выполнению условий матчинг-бонуса вы получите 260 долларов за то, что вы помогли вашим партнерам заработать деньги. На вашей сегодняшней работе вас кто-то обучает зарабатывать больше деньги. Вот это замечательный бонус, который, знаете, вот в спорте почему спортсмены достигают наивысших результатов? Потому что у них есть тренер. Тренер – это человек, который заинтересован в вашем успехе. Точно так же, когда вы приходите к нам как партнер, ваш вышестоящий партнер, ваш наставник, он заинтересован в вашем успехе, он будет рассказывать и помогать вам зарабатывать деньги. И, соответственно, за год, два, три, пять вы сможете выйти на очень высокие доходы именно благодаря тому, что мы работаем в команде и передаем свою помощь и знания и навыки своим партнерам. Это очень хорошая система, которая радует абсолютно каждого, кто находится здесь. Карьера. Возможно, вам интересно, сколько вы будете зарабатывать, если вы будете работать долгосрочно, год, два, три, пять.
Знаете, вот мне очень нравится эта система, потому что если мы ходим на работу, то нам, к сожалению, платят, сколько бы лет мы там ни работали, в основном нам зарплата платится одна и та же, даже если мы знаем все от зубков, от зубка, то, что называется, да, все хорошо знаем, но нам, к сожалению, в два раза зарплату никто не платит от того, что мы стали самым хорошим специалистом. И здесь совершенно другая ситуация, то есть чем лучше мы работаем, тем больше мы зарабатываем. И наша зарплата не просто в два раза увеличивается, она увеличивается в несколько раз с такой скоростью, с которой вы сами будете устанавливать свою скорость. То есть вы сами, вот знаете, вот огромное преимущество в том, что мы сами здесь определяем свое время. На работе мы не определяем свое время, мы должны работать столько, сколько сказал нам работодатель. Здесь мы определяем свое время, сколько часов в день я работаю. Я могу работать много часов, а я могу работать несколько часов, потому что у меня пока есть другая работа. Но постепенно вы можете освободиться от своей нелюбимой работы или малооплачиваемой работы и зарабатывать достойные деньги. Мы все достойны зарабатывать достойные деньги. Конечно, это новое направление, конечно, оно осваивается не сразу, но чем дольше вы здесь работаете, тем больше вы здесь зарабатываете, и это огромное преимущество. Постепенно вы можете, первая карьера нашей лестнички – это маркетинг-директор, мы зарабатываем $300 заработной платы. Это заработная плата, которая приходит каждое 7 число месяца, и это стабильный доход, и это очень удобно и очень здорово, и я тоже очень люблю получать каждое 7 число месяца свою зарплату. Потом зарплата становится $1000, потом она становится $2500, потом она становится $5000 и так далее, и 10, и 25, и 55, и 100. И знаете, вот зарплата с $55000 каждый месяц, это люди, которые входят в члены клуба миллионеров. Это действительно очень хорошие доходы. Вот эти 14 человек, 12 человек, борт директоров из 8 стран, которые входят, вот стали нашими борт директорами. И вот посмотрите, самое интересное, что у нас здесь сколько, 7 человек, 7 девушек из СНГ, русских девушек и 5 парней из других стран, из Пуэрто-Рико, Испании, Андорры и Сингапура. Вот, кстати, из Сингапура Пол Ю, он вышел на этот уровень за 1,5 года. Представляете, он прошел всю карьерную лестницу за 1,5 года. Ну, конечно, это, я не знаю, какими талантами надо обладать или какими организаторскими способностями надо обладать, чтобы за 1,5 года пройти всю карьеру. Две девушки из Украины, это Диана Борщенко, Наталья Шевела. Две девушки из России, это Ольга Ротниченко и Гульназ Мусина, девушка из Беларуси Юлия Чистова и две девушки из Казахстана Султана Шаймарданова и Камиля Конопьянова. И, ну вот мы гордимся тем, что вот наши красавицы вышли на такие хорошие уровни. Конечно же, у каждой из них был свой путь. Нельзя сказать, что все по волшебной палочке, но это то же самое ждет нас, друзья. Если мы выберем этот путь, мы тоже можем за 5 лет, за 3-4-5 лет выйти на такие доходы. Дорогу осилит идущий. И если мы станем на этот путь, то этот путь тоже будет наш. Что же нужно сделать для того, чтобы подниматься по карьерной лестнице? Когда вы стали безоплатным членом клуба, когда вы пригласили 5 своих знакомых, конечно же, вы рассказываете и помогаете вашим друзьям, чтобы они тоже бесплатно путешествовали. Когда ваших 5 человек приглашают тоже по 5 человек, в вашей команде будет 30 человек, и ваша зарплата будет около $600. Когда 30 человек тоже приглашает по 5 человек, становится ваша команда 100 человек постепенно, и тогда вы получаете до $2000. Потом региональным директором становитесь 250 человек. Они все берутся именно потому, что каждый приглашает 5 человек, 10 человек, 20 человек, и постепенно команда становится большой, и отсюда и растет доход.
Скажите, пожалуйста, напишите мне, пожалуйста, в чате, кто хочет зарабатывать, вот кого интересует именно доход. Есть ли у нас сегодня на нашей встрече те, кого интересует именно доход? О круизном отдыхе я рассказала, это великолепный отдых. Есть ли у нас сегодня на встрече люди, которые заинтересованы в доходе? Потому что я вам сейчас могу рассказать о том, как можно за 3 недели выйти и на доход $1720. Есть у нас такие партнеры, которые это делают. Если амбициозные, то есть такая возможность заработать хорошие деньги. Вы знаете, вот есть несколько программ. Вы можете просто выбирать те программы, которые вам больше всего подходят, и каким образом вы бы могли... нужна ли эта $1000, у кого-то может быть кредиты, у кого-то может быть какие хотят, а кто-то хочет автомобиль купить, кому-то нужны деньги, вот можно заработать. Это можно сделать так: в первую неделю вы приглашаете 3 человека, я вижу, что у нас 3 сообщения, сейчас я посмотрю, кто у нас, я хочу неограниченный доход и путешествия, да, так. Супер, да, мы на одной волне, я тоже, пришли, пожалуйста, запись в WhatsApp, хорошо, я пришлю. Смотрите, как вы можете спланировать ваш доход. Например, в первую неделю вы подключаете 3 человека, 3 ваших знакомых, которые хотят зарабатывать, и путешествовать, и зарабатывать. И вы при этом зарабатываете $180, потому что вы получите мгновенный бонус 50 плюс 60 плюс 70, $180. На вторую неделю ваши знакомые приглашают по 3 человека, потому что у них свой круг знакомых. У каждого из нас есть свой круг знакомых, и каждый может пригласить 3 человека. Когда вы приглашаете 3 человека, когда они приглашают 3 человека, в вашей команде добавляется 9 человек. Но ваши партнеры, 3 человека, получают по $180. Соответственно, вы получаете $540 как наставник. Да? $540 – это матчинг-бонус, вы получаете как наставник. И на третьей неделе, когда все 12 человек приглашают по 3 человека, у вас в команде будет 36 человек, вы становитесь маркетинг-директором, вы получаете $300 как маркетинг-директор, вы получаете бонус быстрого старта $700, и всего вы получаете $1720. Вы это можете сделать в месяц, вы можете это сделать за 3 месяца. Вы сами спланируете свою скорость. Я вам показала то, как вы можете спланировать вашу работу. Немножко больше расскажу о бонусе быстрого старта. Что такое бонус быстрого старта? Это когда вы строите команду 30 человек, и построив команду 30 человек максимум за 3 месяца, вы получаете бонус быстрого старта $3000. То есть $300 лидерского бонуса и $700 бонуса быстрого старта. Это тоже очень хороший. То есть, например, в первый месяц вы подключаете 5 партнеров, а последующие 2-3 месяца, второй и третий месяц вы подключаете по 5 партнеров вашим партнерам. Таким образом, ваша команда будет состоять из 30 человек, вы будете маркетинг-директором и, соответственно, вы получите очень хорошее вознаграждение. Вы можете взять вот такую стратегию. Она называется 1+1. Когда вы подключаете в месяц только одного партнера, и все ваши партнеры, которые будут приходить в вашу команду, будут приглашать только по одному партнеру в месяц, тогда вы за 13 месяцев тоже сможете выйти на уровень борд-директора. И у нас Султана Шаймарданова как раз, она именно по этой программе вышла на борд-директора, когда каждый месяц удваивался ее бизнес. И кроме этого, у нас сейчас есть акция с 1 по 15 сентября. Вот сегодня у нас какое? 9 число, да, с 1 по 15 сентября. Если вы подключаете 3 партнера, то вы получаете в подарок еще $100 бонуса. Если вы подключаете 5 партнеров, вы получаете бонус $150. Если это будут 3 человека члена клуба, тогда вы получите 3 по $20, это 60 плюс 100, 160.
Если вы подключите 5 по 20, значит, вы получите $100 плюс 150, тоже получите 250. Вы можете скриншотить этот план или потом посмотреть запись, или потом переспросить у меня. В любом случае, у вас будет свой план зарабатывания денег. Он обязательно должен быть стратегический план. И когда вы будете знать, как вы хотите двигаться, насколько быстро, сколько вы будете получать, тогда вы будете планировать все ваши доходы и ваши усилия. И будете знать, через сколько, когда. И вы можете до Нового года как минимум быть маркетинг-директорами и выйти на постоянный стабильный доход. Более того, вы можете успеть еще выполнить программу быстрого старта и заработать $3000. Если вам это интересно, то обратитесь к тем людям, которые вас сегодня пригласили, они вам подробно все расскажут. Итак, если вы принимаете решение стать членами клуба, вы сегодня берите ссылочку, регистрируетесь на сайте, оплачиваете ваше членство и накапливаете круизные доллары, планируете ваш круиз, куда вы хотите отправиться, и, конечно же, мы вас поздравим. Если вы хотите стать партнером, обязательно сообщите об этом тому человеку, который вас сегодня пригласил на нашу встречу. Ему нужно будет помочь вам тоже провести регистрацию, ваше имя, фамилия, как в загранпаспорте, потому что у нас все официальные документы нужно будет именно как в загранпаспорте ваше имя и фамилия. Нужен будет ваш email и нужен будет ваш номер телефона. Когда вы пройдете регистрацию и вы как партнер пройдете тренинг 5 шагов старта в бизнесе Incruzis, и после этого, после обучения вы сможете стартовать и действовать, делать вашу жизнь более красивой, эмоциональной, богатой, повышать свой уровень жизни, у вас будет прекрасное окружение, у вас будет много позитивных эмоций, у вас будет, ну, вот что-то такое новое. Вот вы знаете, у нас был вроде бы такой вот карантин, да, вот во всем мире, а мы его не чувствовали, потому что мы много обучались, потому что мы много действовали, мы изучали новые методы, мы углублялись в нашу работу, и мы все равно рассказывали всем нашим знакомым о том, что, знаете, большинство, знаете, что говорили? Говорили, вот, когда карантин закончится, когда корабли пойдут, а они действительно стояли, вот когда они пойдут, тогда мы присоединимся. Ну вот сейчас наступило то время, когда уже 50% кораблей уже пошли в путь, уже можно бронировать и отправляться в свои круизные путешествия. И вот сейчас как раз вот те, кто сейчас присоединится как партнер, и тот, кто хочет вот именно, кому понравилась вот эта идея, то именно сейчас самое то время, когда нужно подключиться и действовать. И, конечно же, уже к весне вы будете, ну, с хорошим-хорошим уровнем, финансовым хорошим уровнем, и, возможно, весной вы отправитесь уже в свое первое круизное путешествие, чего я вам с удовольствием желаю. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Вы так внимательно меня слушали. Я не вижу вопросов. Вы можете мне сейчас задать вопросы, включить микрофончики, задать вопросы. Может быть, вам какие-то моменты хочется спросить более подробно. Я с удовольствием отвечу. Я рада всех приветствовать, рада видеть абсолютно каждого, кто сегодня находится на нашей встрече. У нас будет с вами запись. Кому нужна будет запись, я с удовольствием вам передам. Возможно, вы хотите еще раз переслушать. Возможно, вам будет интересно посмотреть стратегии или какая-то другая информация, которая вам будет важна. Я с удовольствием поделюсь записью нашей сегодняшней встречи. А сейчас скажите мне, пожалуйста, кто у нас сегодня на нашей встрече первый раз, и есть ли у вас вопросы? Наталья, вот мне кажется, что Наталья Лещук, это вы первый раз. Я вас вот не видела еще. Да, да, я первый раз. Добрый вечер. У меня много вопросов, конечно. Ну, давайте. Ну, первый вопрос. Я уже себе сделала, ну, выбор, скажем так, да. Если я захочу стать членом команды, и могу ли я вот со временем свое членство подарить своим детям там или кому-то? Да. Могу я как вот подарок, как наследство, как
Ну, да. Мало ли что со мной случится в этой жизни, да? Да, да, можете. Можете, у нас бизнес передается по наследству, он там оформляется документы и все передается, да. Кстати, очень хороший вопрос, очень хорошая вот эта мысль, потому что, знаете, вот в Америке, знаете, вот когда тетушка передает по наследству, вот какая хорошая тетушка. Да-да-да. Да, так мы тоже можем что-то достойное в жизни сделать и передать это по наследству, да. А если, например, у меня вот сын есть, да, я вот готовлю ему, припустим, подарок на свадьбу будущую, да, я могу ему сделать вот такой подарок, там, подарить, или, припустим, его зарегистрировать и на его счет там вложить деньги, а потом... сделать подарок. Можно, да? Да, можно. У меня тоже здесь на нашей встрече есть сын, которому я открыла счет еще тогда, и вот у него уже достаточно круизных долларов, чтобы отправиться. Да, вы можете это сделать, и это будет шикарнейший подарок. Да, понятно. Спасибо. Еще что? Ну, так? Вопросы по ходу будут. Вас пригласила Танечка, по-моему, Лесь, да? Да, да, да. Да, так что Таня прекрасно знает все абсолютно. У вас очень хороший наставник, подруга, которая вам сможет ответить на все вопросы. Каким образом происходит с карты снятие денег и особенно налогообложение этих доходов? Значит, смотрите, друзья, по поводу налогообложения, в январе месяце абсолютно каждому партнеру на электронную почту приходит письмо, отчет от компании, что, уважаемая Оксана, вы в этом году заработали в круизном клубе такую-то сумму. Обратитесь в вашу налоговую службу вашей страны и задекларируйте ваши доходы. Это ответственность каждого партнера. И вторая часть вопроса, сейчас, это по поводу снятия деньги. Снимаются деньги, я беру карточку, ну вот не хочу идти уже в сумку и брать, я беру карточку, прихожу, кстати, я этот раз снимала видео, я встретила свою подругу и говорю: Ань, хочешь посмотреть, как я снимаю деньги? Говорит: хочу. И мы пошли к банкомату, он говорит: давай я тебе сниму. Ну, говорю, давай. Мы подошли к банкомату, я вставила карточку в банкомат, хотя деньги приходят в долларах, но идет автоматическая конвертация, и будет именно та валюта, в какой стране вы находитесь. Если я в Украине, я снимаю гривны, если вы в России будете снимать российские рубли, если вы в Европе, это будет евро, ну и так далее по разным странам. Хорошие очень вопросы такие, задавайте еще, очень хорошие вопросы. Скажите, пожалуйста, а этой карточкой можно будет рассчитываться, припустим, если поехать в круиз, там, вот, в какой стране будем, там, вот, если будут накопления, можно будет ей рассчитываться там? Да. Да, вы можете, потому что это будет карточка Visa или MasterCard, у нас несколько платежных систем, и так как Visa и MasterCard везде во всем мире она проходит, то да, вы можете рассчитываться в магазинах. Спасибо. Очень хороший вопрос. Мне очень приятно с вами сегодня провести вечер. Кто у нас? Ирина, может быть, первый раз. Ольга, может быть, первый раз. Валентин. У нас две Валентины. Тут Валечка Шевчук. Какая-то из них, наверное, Валентина Шевчук. Валечка, у тебя есть вопросы? Я обязательно задам. Приличной встречи. Хорошо. Хорошо, спасибо. Ну что ж, спасибо большое. Какие виды обучения проходят новички? Смотрите, очень скоро сейчас у нас стартует курс обучения. У нас каждый месяц стартует курс обучения для новичков. Интенсив он называется. Поэтому с каждым месяцем, вот кто проходит все интенсивы, они обязательно и для новичков, и для повышения квалификации. То есть вы с каждым месяцем будете более квалифицированы, больше будете разбираться, больше уметь, будете уметь и бронировать, будете знать все ответы на вопросы, будете знать, как работать с самим кабинетом, будете знать, как отвечать на вопросы, то есть вы будете во всем квалифицированы, поэтому хотела бы вам порекомендовать настроиться на то, чтобы вы не расстраивались. Да, девочки, я обязательно сброшу запись, обязательно сброшу,
чтобы вы не расстраивались, если первое время у вас что-то будет не получаться. Это нормально, потому что, знаете, вот мы еще сами во всем до конца не разбираемся, и когда мы начинаем что-то рассказывать, нам почему-то не верят. Это тоже нормальная реакция, потому что у нас еще нет самой такой твердой уверенности, она приходит постепенно. Поэтому становитесь специалистами. Чем лучше вы будете все, во всем разбираться, тем увереннее вы себя будете чувствовать, и те люди, которым вы будете рассказывать, они это чувствуют. Поэтому вот в любом деле мы любим специалиста. Да? Приходим к стоматологу, мы хотим, чтобы это был хороший стоматолог. Если мы приходим там, к какому-то мастеру, мы хотим, чтобы это был хороший мастер. Точно так же в нашем деле нам надо хорошо разбираться. Я думаю, что у нас сегодня на встрече вряд ли есть кто-то, или если есть кто-то, кто занимается туризмом много лет. Я знаю, что моя знакомая, когда открыла турагентство, она 4 года была в минусе. И она за 4 года только на 3 дня смогла съездить в отпуск. Вот что значит, когда начинаешь свой бизнес, начинаешь его развивать. Поэтому это точно такое же новое дело. Единственное, что у вас здесь есть наставник и есть командная работа, и ваша скорость профессионализма, она растет намного быстрее, и вы намного начнете быстрее зарабатывать. Более того, вы начнете намного больше зарабатывать. И, конечно же, это будет зависеть от вашей активности, но в любом случае перспектива у вас 55 тысяч долларов однозначно. То есть там мимо не пройдете. Если вам очень интересно, вот даже в качестве азарта смогу ли я, сможете. Только разница только в скорости. Ольга, вы у нас первый раз сегодня на встрече, или вы уже у нас были? Или вы наш партнер? Я ваш партнер, я сопровождаю. Хорошо. Да, очень классное обучение, интенсив, потому что там выступают лучшие спикеры и делятся очень, очень качественной профессиональной информацией. Поэтому старайтесь обязательно планировать интенсив каждый месяц, и вы будете становиться очень профессиональным в нашем направлении. Ну что ж, спасибо большое вам, друзья. Вот немножечко я дольше, чем 40 минут сегодня, но в любом случае наша встреча, она была, да, и разным профессиональным фишкам, Валечка. Очень встреча была, я думаю, что и полезна, и приятна. Нам было очень приятно с вами, несмотря на то, что мы с вами в интернете и в разных странах находимся, мы прекрасно провели свое время и с пользой. Хорошего вам вечера, хороших вам... в US Team выложить запись. Да, хорошо, запись выложу в US Team, Александра, хорошо. Спасибо. До следующих встреч. Да. Да, пожалуйста. Благодарю, Оксана, до свидания, всего хорошего. До свидания, Андрей, и по четвергам приходите ко мне, я провожу встречи по четвергам, хотя у нас каждый день есть спикеры, которые проводят, высокопрофессиональные спикеры, которые проводят каждый день 8 часов встречу по этой же ссылке, поэтому вы можете заходить каждый день в эту комнату, и здесь каждый раз есть кто-то новый, кто проводит наши встречи, и вы будете знать нашу тему с разных сторон. А вам хорошего вечера и до следующих встреч. Становитесь нашими членами, будем путешествовать вместе и партнерами зарабатывать. Да, и задавать вопросы можно, да. Все, пока-пока. Пока-пока.